Привет, я доктор Аликин, ведущий программы о самом главном. Так, ну, в России мы уже снимали много всяких передач. Нужно куда-нибудь съездить в другую страну, узнать, как там лечатся люди. Или... Сан-Марино. Или... Таджикистан. Может быть... Индия. Или... Монголия. Так, ну куда же нам поехать снимать новую передачу? О самом главном. О, Universe! О, Стивен Вселенной! Наверняка ты знаешь страну, куда нам съездить. Конечно, я и других звал. Ведь я Вселенная Стивена. Гарфилд. Да, а лазанья будет? Будет. С губка Боб. Ну, в принципе, я уже оделся, я уже готов. Хьюмангзаур. Да, Бен Тен меня вызвал на помощь. Ладно. Чаудер. Я бы снял котлетку какую-нибудь или еще что-нибудь вкусненькое по дороге. Пеппа и Джордж. Ага, мы уже вперед, наш конник. Вперед, наш конник! И кофе-денсеры. О, кофе-денсер! Но мы специализируемся на похоронах, так что помочь вам особо не сможем. Так, Йети. Он, наверное, не слышит, он танцует. Мышонок Раймон. О, сыр. Ой, сыр. Некогда мне тут с сыром надо разобраться. И трус балбес Булавый. Ну что, потренируемся, ребята? Тренируемся, Булавый. Так, ну давай. Ну, трус. Да, Булавый. Это какой тебе цвет нравится? Ох, меня желтый и синий. Желтый и синий. На тебе, балбес. У меня оранжевый, серый. Оранжевый, желтый, синий. Короче, тренируемся, ищем в флагах желтый, синий, оранжевый. Сюда. Да. Так, Сан-Марино. Первый балл. Таджикистан первый балл. Индия первый балл. И Монголия первый балл. Так все страны получают по баллу. Так, ребята, нужно тренироваться лучше. Лучше тренироваться. Так точно. Ням-ням-ням. Ай, сыр. Сыр. Некогда мне тут. Пират кричит и македонский кричит. Так не кричите вы вместе! Они оба говорили Монголия! Монголия! Монголия? Да! Монголия, так Монголия, все, до свидания! Эй! Там книжка ждет! Книжка ждет, не слышишь? Да. Не слышишь. Не слышишь. Ну, мы вообще-то негры из Африки. И с удовольствием бы посетили какую-нибудь европейскую страну. Например, мы хотим Голландию. Голландию или Испанию, Францию, Великобританию и с дудилками. Да? И Россию. Ну посмотрим, есть ли вообще у нас тут европейские страны? Нет.
Нет. Сан-Марино. Только Сан-Марино. Да, второй балл. Сан-Марино. Так. Ну во, круто. Вперед, мой коник! Давай! Йо, йо. Погоди, Джордж! Сначала азбука. Давай! Самолет. Самолет летит в Сан-Марино. Ну ладно. В Италию он может лететь. В Сан-Марино никто не летает. В Сан-Марино третий балл. Телефон. Ну, позвоните в Таджикистан, может, там нужна помощь. Таджикистан, второй балл. Игуана. Я не доктор Айболит, я людей лечу. Муравейник. Я же сказал, я не доктор, натуралист, никакой Айболит. Да, Пеппа, ты такая умная, а дай сама попробуй азбуку изучить. Ладно, Джордж, выучу. Парашют. Что? На парашюте? Не. Бабочка. Какие еще бабочки? Трактор. Какие тракторы? Папа. Да. О! Солнечный Сан-Марино, четвертый балл. Мама. Божья коровка. Мак. Малыш. Что? Да, помощнички нашлись тут, понимаешь ли. Выучил латышскую азбуку. Чаудер. Давай, может, там что-нибудь вкусненькое найдем. Мотоцикл. Вообще, мне нравится на мотоцикл сгонять. Ладно, второй балл Монголия. Собака. Я не доктор, Айболит, я же сказал. Индюк. Коса. Да, ничего вкусного не было. Только индюшатиной побаловаться можно было. А так ничего. Пусто. О, Бентен мне сказал, что надо бежаться вокруг света, найти вам страну. Например, волны, моря и океаны. О, ну это Индия, третий балл. Холодной Арктики еще. Туда не хочу, не, там холодно, туда тогда не хочу. В Африку советую. В Африку? Нету тут Африки у нас. Да? Ладно, пойду дальше. Ну и что вам надо? Выучи азбуку, букабо. Легко. Это уже на цирк похоже. Игра. Нет, не игровое шоу. У меня передача о самом главном. Передача о здоровье. Игровое шоу только Якубович да. делает. Слон. Причем тут слон? Мишка. Да, явно. В зоопарк собрался, да, Спанч Боб? Да. Как ты угадал? Ням-ням-ням. Так, не будет лазаньи, ничего кушать не буду. Ничего, ой, помогать не буду. Вот тебе лазанья одна. Давай. Слон. И ты туда же со Спанч Бобом? Игрушки. Да, здоровье, это не игрушки. Трактор. Медведь. Ясно. И это тоже в зоопарк собрался. Ну, как мои помощники? Плохи твои помощники. Никто не помогает. Как жаль, что они не помогают. Этот дети Дэнсон не слушал тебя. Он танцевал. Вообще, да, это вообще отпад.
Ну ладно, я слышу своим сердцем. Сердце. Слышу своими ушами. Ухо. Вижу своими глазами. Глаз. И думаю своим мозгом. Мозг. Что страна, куда тебе надо отправляться, это... Желтые звездочки. Звездочки. И со стороны, где звездочки, да, как в Майке. Таджикистан. Так, третий балл у нас получает Таджикистан. Ну во. Так. Ну что, потренируемся? Потренируемся. Давай. Пистолето. О, да. Нанто. Убиванто. Нанто. О, да. Это я, президенту. Un momento. Ой. Нас посадят. Нас посадят. Тюрьму. Не гавкай. Ну вот, нагавкал ты тот. Все, 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 сдаемся, сдаемся. Я же сказал, тренироваться лучше. Ух ты. О, Врунгель. Я слышал, вашу яхту освободили от этих бандитов. Да, бандиты назвались Трус, Балбес и Блавый. Ясно, ну их посадили? Посадили. Хорошо. Куда ты меня отвезешь? Я могу отвезти в Индию. Ух ты. Третий балл — Индия. Так, так, сыр, сыр. Ням-ням-ням. Сыр. Слышь, я тебе помогу с сыром, а ты мне с азбукой. Ну давай, только быстро. Сыр. Сыр. С. Сыр. Не, не, не. Плохая азбука. Неправильная азбука. С. Это сыр. Много сыра. Тонна сыра. Вообще-то слон был. Именинница. Да, да. У меня сегодня день рождения. И я хочу свой подарок. Тараканище. Пока тараканы не испортили мой подарок. Мой дадыр. А ты руки помыл? Нет. Перед тем, как трогать этот священный сыр? Нет. Все, иди мыться. Ладно. Как к нему дозвониться? Давай позвоню маме Йети Денсера, может, она знает. Ваш сын не слушает, мам. Да-да, здравствуйте, ваш сын не слушается. Я-то тоже ничего не слышу. О, может, дядя Йети Денсера поможет нам. Привет, дядя. Ваш этот родственник не слушает нас. Ну, привет, ну. Ясно, у них вся семейка такая. Да, странная семейка. Ток. А куда мы сейчас направимся потанцевать? По ферме. Да? Что, там фермер какой-нибудь умер? Да? Ну ладно, пошли. Потанцуем. Гробик найдем. Вот. Круто будет. Все, мы пошли. Некогда нам тут. Смотри, смотри! Я вижу наших друзей Барбоскинов!
Да, Пеппа, вижу. О, привет, друзья. Стань суперменом, пожалуйста. Я бы с удовольствием. Папа и супермен, ему все нипочем. Вам нужен супермен? Да. Я готов. Самый смелый и самый отважный мега-супермен вселенной. Ты не наш папа. Ну да, я же хумоногазаур. Я спешу на помощь. Каждый день, приходя на работу, я переодеваюсь в специальный... Хумоногазаура. И лечу бороться со злом. Круто. Это значит, наш папа переоделся в хумоногазаура? Да. Ух ты. Хочешь исполнить мое желание? Да, да. Возвратите нам настоящего папу. Конечно. Почему еще не спим? Ночь на дворе. А ну-ка, марш в кровать. Ура! Папа вернулся, папа вернулся. Барбоскины, барбоскины. А страну так и не сказали. Не беспокойтесь, я вам поезд отслю. Да, на поезде можете отправиться. На скоростном поезде куда? Монголию. Монголия, третий балл получает. О, кто звонит? А, это Патрик, это не вам. Это мне. Патрик, привет. Привет, Панчбоб. Все, сейчас я приду, подниму трубку, все. Я пошел говорить с Патриком. А где же Джон? Джон, наверное, Джон тебя просил принести маленький цветочек для жены. До своей девушки. Наивный. Там же монстр. Не могу доставать цветочек. Как он достанет цветочек? Посмотрим. Ну ладно, пусть он достает цветочек. А я отправлюсь куда-нибудь позагорать. По солнечной стране. Там, где солнечно. Монголия 4-й балл, например. Индия 5-й балл. Вау. Эй, ты, доктор, главный эксперт ждет. Да, больше мои товарищи не смогут тебе помочь. Иди спрашиваю главного эксперта. Ладно, спасибо, Стивен, и за это. О, уроки любви от Мелани Гриффит, Джон Гудман, Дон Джонсон, вау. Ну, ребята, и где же будет сниматься передача? В Индии! Вот так в Нью-Дели! О! Яганя-маня адиха бхара-бхагия битхата Панджаба Синху Гуярата Маратха. Да. Трудно будет изучить индийский язык, ну да ладно. Итак, передача. О самом главном. Следующий выпуск будет сниматься в Индии, в Нью-Дели. Ждите на экранах.